Привет, ребята, и мы с вами в Египте, Хургада, Дахар. Рынок. Видите, какой рынок? Ребята, а сейчас мы с вами будем покупать и приготавливать вот такого вот сама. Катя уже уселась, ему готовится. Сейчас нам будут его доставать. Так, ребята, мы решили взять попробовать сама. Сейчас он пробует нам доставать сама оттуда. Вот видим, один убежал. Ребята, мы решили попробовать сомика. Вот такие вот сама. Весят сколько будут весить они. Вау! Так, и здесь вот их разделывают. Сейчас нам весят, сколько это будет по весу. Рационально! Так, ребята, вот такой вот сомик. Мы будем его сейчас разделывать.
عشان من دلوقتي لو قعدت اسمع مش هتطلع. يعني امشي ما الله ما عايز اللي يطلع، واحنا عايز تاخد التليفون خد وطلع خد. ابو احمد ناصر، ابو احمد ناصر خلي بالك انت جاي على التليفون مش جاي على محمد علي، بس هي رسميه كده بس. كم حساب يا ابني؟ 6000. этот наш сомик обошелся нам 65 фунтов. Да. Bye-bye. Bye, Мухаммед. Hello. Так, итак, ребята, вот в этой прекрасной, как говорится, местной забегаловке, по-другому не назовешь, потому что в таком вот хаосе мы приготовили, нам вернее приготовили сама, в непосредственном моем участии, так как я был за оператора. Ну и мы едем пробовать. Так что, ребята, от вас лайк, колокольчик и подписка. Все. Не отравились. Да, чтобы... чтобы было все хорошо. И приятного нам аппетита. Все, пока-пока. Катя.